Дорогие друзья, добрый день. Мы продолжаем привлекать средства в наш проект. И я хотел поделиться, очень акцентировать ваше внимание на очень важных вопросах. Зачем нам нужны деньги? В первую очередь, нам нужны деньги для того, чтобы снизить себестоимость этой книги и, соответственно, продажную стоимость этой книги в магазинах, сделать ее доступной для того, чтобы по всей стране эта книга продавалась. Мы хотим удержать цену в рамках 200 рублей. Во-вторых, мы как минимум 200 книг раздадим школьным, сельским и городским библиотекам. А в-третьих, вы, участвуя в нашем проекте, поддерживая этот проект, можете от своего имени отправить эту книгу в любую благотворительную организацию, в любую школу, куда вы захотите, мы это вам организуем. Поэтому, пожалуйста, поддержите наш проект и сделайте так, чтобы наши книги, наша серия стала доступна максимальному количеству детей и школьников. Спасибо.